Я знаю, он генерал-майор, уроженец Евпатории. Вот, умер в этом, в Одессе. Жена его была русская, похоронен там. Я же говорю, я здесь новенький. Он герой Великой Отечественной войны, герой, генерал Булатов. Вот в честь него названа наша улица. Ну, мы знаем, мы ребенку в школу готовили на эту тему доклад. Это разведчик, он был разведчиком, он, по-моему, он еще даже очень много людей как бы спас, помог им спрятаться во время войны. Свою Булатов, это генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, обладатель двух орденов славы, вот, по-моему, Богдана Хмельницкого и еще что-то я забыл там. Но Булатов, он военный, да, был? Бабушка знает, я не знаю. Ну, конкретно я ничего не могу сказать. Знаю, что он, звание у него какое-то, это генерал-майор или кто там такой? Ну, генерал-майор Исмаил Булатов. Да, вот знаем мы его. Крымско-татарский герой на войне. Генерал был генералом, поэтому названа наша улица, где живут все наши компактные крымско-татары. Его именем названа эта улица. Мы дорожим свою улицу, держим, в чистоте стараемся. В честь такого героя.